Ярославские таможенники отмечают профессиональный праздник. В этом году службе по сбору пошлин исполняется 360 лет. Единый таможенный устав подписал царь Алексей Михайлович в 1653 году. История продолжилась в современности. День таможенника появился в 1995 году по указу Бориса Ельцина. Они в зеленом, как и пограничники, потому что так же, как защитники рубежей, охраняют экономическую безопасность. Как говорят сами виновники торжества, именно таможня на 50% формирует бюджет государства. Ярославцы вносят свою посильную лепту. Каждый ярославский таможенник, если говорить о цифрах, каждый ярославский таможенник перечислил федеральный бюджет более 23 миллионов рублей. Весомые суммы. Однако городу от этих денег не достается ничего. Все они идут в федеральную казну. По случаю круглой даты отличившимся на службе сотрудникам были вручены медали, почетные грамоты и нагрудные знаки для ветеранов. 8 должностных лиц таможни отдали ведомству более 20 лет. Ярославская таможня приросла в прошлом году коллегами из Костромы. И теперь в объединенной структуре работают около 350 сотрудников. И пока одни праздновали, другие были на рабочих постах. Таможня – дело круглосуточное. Ярославская таможня – одна из самых поющих. Уже много лет коллектив «В радость» защищает честь ярославцев на самых разных конкурсах, своеобразно пополняя багаж ведомства, только не государственными, а творческими.